Всем привет! Вы на канале Обнимашки с Машей. И сегодня я распаковываю новую куклу. Здорово! Давай! Ребята, а вы любите куклы? Все-все девочки обожают играть в куклы, наряжать их, делать им разные прически. И наша Машенька тоже. Вау, какая ты красивая! Спасибо, мне очень приятно это слышать. Как тебя зовут? Я Алиса, а ты? Маша. Очень приятно, Маша. У тебя такие красивые волосы. Ты прям как модель. Нет, Маш, я не модель. А мне так бы хотелось стать моделью. Ходить в красивых нарядах по подиуму. Это так интересно, так здорово. Так пойди на конкурс красоты. Ну что ты, Маша? Там для конкурса моделей нужно иметь 3 показа нарядов. Первый – это обычное, но красивое. Второе – показ купальников. А третий – вообще вечерних бальных платьев. А у меня всего этого нет. Ну смотри, у тебя уже есть платье под обычное и красивое. Да, есть. А купальник я тебе сама сделаю. Да ты что, правда? Да. Давай попробуем. А где же я возьму третье платье? А третье платье ты возьмешь у моей подруги. У нее есть свой салон. Было бы замечательно, Маша. Можно попробовать. Ну что, купальник будем делать? Да! Очень интересно, как это самой можно сделать купальник. Итак, для купальника нам понадобятся красивые воздушные шарики. Какие-нибудь бусики, аппликации, пайетки. Какой ты хочешь купальник, серебряный или золотой? Я хочу золотой купальник. Золотой, так золотой. Итак, мы внизу по бокам сделали 2 отверстия для ножек. И теперь Машенька отрезает горловинку шарика. Вот так. Умница. Одеваем купальник на куклу, а потом будем украшать его. Ну что же, Алис, переодеваться? Да, переодеваться! Итак, купальник готов. Ну что, Алиса, как тебе? Маша, мне очень нравится. Слушай, ты настоящий модельер. Здорово! А теперь мы будем украшать его. У нас есть тесьма. Ленточка золотая. Красивая аппликация бисером. Маленькие жемчужинки и пайетки. Что тебе нравится, Алиса? Мне, Маша, нравятся пайетки, а еще мне очень нравится вот эта роскошная такая аппликация с бисером. Попробуем ее? Ну, давай. Ну, как тебе купальник, Алиса? Маша... Это настоящее произведение искусства получилось у тебя, а не купальник. В таком купальнике, конечно, не стыдно пойти на конкурс красоты. У тебя просто золотые руки, Маша. Это купальник у тебя золотой. И волосы тоже. Ну ты настоящая мастерица. Ребят, вы к таким купальникам, которые сделаны из воздушных шариков, можете приделать все, что хотите. На двусторонний скотч наклеить бусинки или пайетки. А также любую тесьму. Или же прихватить ее аккуратненько нитками с иголочкой. И ваши куклы будут очень красивыми и нарядными. Как Алиса. Да, как Алиса. Ну что ж, Маша, похоже, что у меня к первому и второму выходу и показу уже наряды есть. Ну что, Алиса, тебе осталось только пойти в салон Барби. Салон Барби? Да.
Я наслышана о нем. Там очень красивые наряды, и они одевали девочек в роскошные платья. Так это твоя подружка, Маша? Да, это моя подружка. И правда, у нее очень красивые платья в салоне. Маша, ты знаешь, мне так приятно. Я с каждой минуты чувствую себя все увереннее и увереннее. Возможно, я действительно пойду на конкурс красоты. Обязательно иди. Нужно к своей мечте идти навстречу. Какое счастье, Маша, что ты встретилась на моем пути. Поверила в меня, поддержала и показала, что мы можем многое делать просто своими руками. И выходит такое волшебство и великолепие. Ребята, делайте своими руками красивые вещи и будьте счастливы. Это интересно и красиво. До встречи на канале Обнимашки с Машей. Ставьте лайки и пишите в комментариях, любите ли вы что-то делать своими руками. Всем пока! И какие интересные модели для ваших кукол вы уже сделали. Пока!